Надоело человеку жить. Выбрал он мост повыше, реку поглубже и решил отдать Богу душу. Приходит он к Богу и говорит: Бог, а Бог, ну, возьми мою душу. Не возьму. Меня нет. Меня отменили. А кто есть? Черт есть. Его не отменили, к нему и иди. И пошел человек к черту. Черт, а черт? Но. Возьми мою душу. Ну что ж, напиши заявление, приложи две фотокарточки размером 1/19 и завизируй у моей матери. И пошел человек к чертовой матери. Мамаша, вот заявление, фотография и душа. Да, но я не вижу здесь подписи моей матери. Сходи к ней. И пошел человек к чертовой бабушке. Бабуся, я к вам. А ты у Бога был? Был. А где Богова справка? Но ведь его нет. Вот пусть он и даст справку, что его нет. Вот до чего додумалась чертова бабушка. Ходил человек, ходил, наконец не выдержал и вернулся на землю. Это, конечно, сказка, а в жизни все наоборот. Ходил человек со своим заявлением, ходил, ходил и добил своего. Отдал Богу душу.